хотела показать немного моих майских роз. К сожалению, цветут они в разное время. Многие уже отцвели. Я вставлю фотографии. Здесь такие были кусты с желтыми розами, похожие на хризантемы маленькие. И покажу пока, кто еще цветет. Почти все мои розочки, кроме красной этой большой, укореняла я из черенков. Вот иду по улице, вижу красивую розу, вот как, например, вот эта желтая, такая необычная, даже на розу не похожа. Отламываю маленький прутик и укореняю в тепличке. Вот это вот была у нас, но правда маленькая. Вот такую я ее красавицу вырастила. Трехметровый куст, даже, наверное, больше. Вот тоже розовые черенки. Это им уже 2 года. Тоже я отрезала, просто в землю вставляла со своих роз. Вот они уже зацветают. Сильный ливень лил прошлой ночью. Подпортила, конечно, все. Вот такая красивая. Вот цветут черенки. Тоже 2-летки. Оббила дождем, жалко. Вот черенок выгнал какую новую большую ветку. Одни отцветают, другие только начинают. Розы здесь почему-то вырастают огромные. Вот, больше 2 метров. Хотя и обрезаешь кусты. Вот такая 200-литровая бочка. В этом году высадила герань сюда. Раньше сажала алису вегетативную. А вот эту розочку выкопала в лесу. Наверное, кто-то мусор выбрасывал, и попали веточки. И вот такая красавица выросла. Посадила тут в колесо, сразу не была уверена, что это роза. Выкопала 3, один оказался шиповником. А эти 2 прямо какие-то культурные, как у меня там фиолетовая. Только такого бордового цвета. Здесь только приживается первый цветочек. Это мне дали, привезли. А эту фиолетовую красавицу я черенок повзаимствовала в Сочи, в морпорту на клумбе. Такой необычный цвет, фиолетовый, чернильный. Когда расцветает темно-фиолетовый, потом по мере выгорания, вот делаются вот такие вот сиреневые они.
хоть роза и не очень полная, но очень эффектная. Цвет такой редкий, необычный. Это от садила зацвел черенок от моей красной большой розы. А это я повзаимствовала там. Она как дичка такая большая, плелась по деревьям. Возле моря в Лоо, в центре. Тоже взяла череночек. И вот такая выросла мохнатка. Цветет поздно. Позже всех. А вот эту розовую, вьющуюся, с очень крупными розами, это я взяла черенок в лесхозе. Тут у нас заброшенный лесхоз в лесу, в Лоо. Вот эта роза там аж до второго этажа плелась. Ну, дичка тоже там, все брошенное, разрушенное. И очень такие большие, огромные розы. И может плестись бесконечно, наверное. Но единственное, эту розу сильно вот мучнистая роса повреждает. Особенно молодые побеги. Но очень красивая она такая. Свисающие плети у нее. Но цветет одно из первых. Вот вместе вот с этой красной.